о чем я говорил в самом начале сегодняшнего эфира, что все хотят сохранять темп. И, естественно, смену лучше не затягивать. Отличная передача. Матушкин бросок, и Шереченков выручает свою команду. Тут же ответ «Нефтехимик» и 2 в 1. Мазякин отрабатывает назад. Хайрулин бросок. Гол! 3-0. Выход 2 в 1. Великолепное попадание Хайрулина в дальний угол. Он, кстати, по-моему, в прошлой встрече «Локомотива» в похожей ситуации забросил. Передача не проходила, но зато бросок великолепный. Александр Шереченков, голкипер «Нефтехимика», зарабатывает результативную передачу.